Всем привет! Привет! Вы на канале «Лето для вас». Если доехать до станции метро Сиам, то здесь находится три торговых центра. Это Сиам Парагон, Сиам Центр и Сиам Дискавери. Продолжаем гулять по торговому центру Сиам Парагон на четвертом этаже. Вчера мы посмотрели очень много отделов на этом этаже. Здесь весь этаж полностью отдан сувенирам. Этот торговый центр настолько большой, что за один день его, конечно же, не обойти. И сегодня мы пришли сюда с розами. Смотрятся прям как настоящие. Этот отдел с парфюмерией. Смотрю, в этом отделе не просто представлены бутылочки с духами, с кремами, как бывает, стоят в магазинах на полках, а отделы все украшены в дизайнерском таком интересном стиле. Больше похоже, как в каком-то экспоцентре. Как будто бы находишься на какой-то выставке или в музее. Присутствуют какие-то животные, птицы. Прям очень красиво все оформлено, как будто все живое, как будто все настоящее, живые как будто бы птицы, деревья, камни. Много здесь освежителей воздуха, такие здесь в отделе ароматы, прям сразу чувствуется, где находишься. Предметы из современной технологии прям. Да, хорошие эти штуки. Они освежают в комнате и воздух, увлажняют и ароматы придают. Различные ароматы есть, продаются разные запахи. А это палочки тоже. Там ароматизаторы внутри налиты. И они постепенно через палочки испаряются. Очень вкусно пахнет, да, Жень? Да, в отделе, конечно, тут запахи стоят. Ну, здесь всякие крема. Надо изучать все это, конечно, что это, для чего это. Всего так много. А здесь смотри, какой стеллаж. Прям с эксклюзивными вазами. Наверное, это ручная работа. А здесь еще один отдел. Очень красиво тоже все оформлено. Растение какое-то с кокосом в вазе стоит. А здесь фарфор продается. Поделки такие прикольные с рогами. А здесь еще отдел с ароматами. Ой, как все вкусно пахнет вообще. Жалко, что камера не передает запахи. Да, это уж точно. О, а здесь отдел с плетеными сумками. Сколько здесь моделей, сколько различной формы. Сумки для дачников. О, 2890 для дачников. Дороговато. Яблоки складывай. А это сколько? 950 бат стоит. По-нашему примерно 2000 рублей. Не, ну может кому-то нравятся такие сумки. А тут вот еще что-то запахи какие-то. Отделы нескончаемые. Как все вкусно. Как все красиво. Ну вообще у них развиты вот это вот запахи, вот такие вот ароматы, что были дома. Палочки поджигаются. Здесь какие-то фигурки опять. Понятно, что за сувениры. А вот здесь вот... Растения. Да, уж такие растения интересные, бабочки вот такие в колбе. Ой, как живые. Красивые, ну, как будто живые. Конечно, тут украсить можно
шикардосные квартиры. А вот это вот, я так понимаю, экосистема замкнутая. Вот это вот бонзаи. Ты же хотел купить себе бонзаи. Да, мне нравятся такие. За ними очень трудно ухаживать. Ох, красивый камень в корнях плетеный. Ой, да, классный вообще. Ага, сколько тут. Ну, кактусы кто любит, я их не очень. Зато я люблю, поливать не надо. Они колючие. Это моя тема. Тоже, ну, конечно, кто увлекается вот этой штукой, кактусами всякими, растениями. Даже сумка у нас кактуса. Ну, кто не хочет живой цветок, может себе вот такую мягкую подушку купить и радоваться. Растений, да, здесь очень много, выбор большой. Еще какие кактусы, какие-то длинные, разные формы вообще. Деревья вот такие красивые вообще. Ну, это все вот, не думай, что это вот так вот купил и все полил. Они помереть могут. Надо специально за ними ухаживать, пересаживать. Какие-то сухоцветы. Сухие, ага. Украшать тоже. Зато украсил и не надо не поливать, ничего. В бутылках таких стоят. Слушай, он красиво смотрится. Красиво, да, вообще. И разный ассортимент очень большой, что ты можешь выбрать по цвету. Тут какие-то длинные горшочки маленькие всякие. Это что такое? Это все для кухни. Посуда. Ну, что-то такое эксклюзивное тоже. Интересная какая-то посуда. Ой, какая дорогая вообще. Что надо приходить с деньгами, с большим кошельком. Ну, чтоб купила, чтоб не было ни у кого такого, понимаешь? Было бы дешево, все бы купили себе такие штучки, и было бы неинтересно. Ну да, конечно. Досточки, смотри, всякие разные, разделочные, качественные. Какие-то подсвечники деревянные. Это, наверное, набор специй. Сюда ложить, на кухню ставить. Все, короче, кухонное. Для ножей, да, тут кухонное, ухлый ножик с двумя ручками. Интересно. И такая вот вазочка завершает экспозицию. Такие вещи мне нравятся. Вот такой бонзай прикольный, корни наружу. Корни. Ага. 850 бат стоит. А вот этот вот прямо вообще классный. Корни и камни такие обросли. Вот древний такой. Ну, дороже, конечно, стоит. Вот такой вот есть бонзай. О, красавчик. Ну, Тань, надо купить, я думаю, себе такой. Ага, как мы его повезем-то? Мы же еще придумаем что-нибудь, сколько он стоит. 2000, вот такой вот, средней цены. Мы же еще в Паттайю поедем, как его таскать-то? Вот листья, настоящее дерево большое, а здесь сделаны уже маленькие, вывели так. Растения сделали такое. Мини-дерево. Классный такой вот вообще. А вот здесь вот экосистема в банке. То есть мох там еще что-то посажено. И все это в закрытой крышке вот как бы конденсируется и сама себя влагой как бы поливает. Там вот видишь, как скалы. Вся жизнь. Да, вся жизнь, как будто горы, там скалы, деревья растут в банке. Запотело. Ну, она вот как бы ее вообще, наверное, редко поливать можно. Ой, смотри, сколько разновидностей кактуса. Все в одном горшке. Ну, разные. Ну, вот я, кстати, у нас вот не видел, чтобы так бонзаи продавали. Они же так-то дорогие. Вот, смотри, Тань, как их формируют. Бонзаи проволокой вот так вот делают специально, чтобы он изгибался. Ну, чтобы не свалился. Нет, это форму придает. Потом форму убирать, придает? Да. Вот такой вот маленький есть, смотри, низенький. Потом как разрастется. Тут разные сорта еще, разные деревья. Ну, здесь не только бонзай, здесь другие разные растения. Кто разбирается тут, может сразу понять, как это, какие у них названия. Это как елочка. А здесь отдел с искусственными цветами, но они такие качественные, что кажется, смотрятся прям как живые. Смотри. Ага, я даже вообще не понял, что они. Мне сначала показались, что живые, а нет, искусственные. Да. Так, цена получается 750 бат. Такой вот веточки.
Много разнообразия такого. Да, конечно, красиво все вот так украсить на участке. Сильно не надо ухаживать. 495 бат веточка. Ну, в принципе, цены нормальные на цветы. Ну, вообще, когда натуральные делают, похоже на натуральные, они дорого стоят. Ну, у нас очень дорогие цветы такого класса. Плана, да? Да, такого плана. А здесь отдел с подставками для цветов. А, из металла кованые какие-то. Красивые, ага, все такие прям фигурные. Да, ну вот кого свой дом на участке ставит. Да не только в свой дом, а можно и в квартиру тоже такие же подставочки. Всякие горшки для цветов, фарфоровые, керамические. Выбор обалденно большой. Чаша, но это определенно, вот такой участок большой, можно украсить, конечно, шикарно. Дома, конечно, это все не поместится, если только большая квартира. Ну, смотри, какие вазы шикарные. Вот это интересно. Ой, вообще как супер ваза. Какая-то это морская раковина. Что... Вот ваза мне очень понравилась, красивая такая. Она почти доверху какая-то одна, а потом такая голубенькая, другая. 530 бат стоит, недорого. Ну, 1000 рублей по нашему примеру. Угу. Всякие статуэточки, да, тоже, украшения для дома. Конечно, вот еще раз повторюсь, выбора здесь очень много разных сувениров. Можно выбрать на любой вкус. Столько интерьера вообще. Можно было бы и себе домой купить вазы такие эксклюзивные, но как везти? У нас и так вещей много, да, Жень? Ну как-нибудь притарамбуем, везем уж поди. Да не, мне кажется, в этот раз мы не будем покупать вазы. Жалко. Хорошие такие вещи мы навряд ли где-нибудь найдем еще. Ну, в следующий раз прилетим, уже купим. Надо сюда лететь налегке. Ну да, согласен. А не с тремя чемоданами. Может, что-то новое еще появится. Я просто не ожидал, что в Таиланде, вот, допустим, в Бангкоке будет, ну как, есть такие вот классные отделы с качественными товарами. Не как на рынке, вот какие-то товары продают, бывают там что-то сломанные, какие-то некачественные очень. Ну, какие шикарные вазы. Ну, здесь даже картины выглядят особенно. Смотри, какие же. Да, какие-то необычные такие вот. Все можно, в единственном экземпляре. Можно, да, где-то интерьер такой сделать, будет вообще необычно смотреться. Ни у кого такого не будет, если купить. Угу. Тоже, сказал бы, эксклюзивные, да? Да, эксклюзивные, вот в одном экземпляре. Супер вещи. Ну, кожаные сумки, кошельки, сувениры с кожи. Еще какие-то картины. Да, красиво здесь, конечно, все. Просто шикарно. Аж радует глаз. Выбор, конечно, очень большой. Тань, смотри, какие попугаи. Так они же не живые. Ну, не живые, а клетка для них вот есть. Ой, запахи опять. Опять китайцы что-то намазюкали на себя. Удивительно, что-то здесь мало китайцев. Обычно толпами, человек по 20-30. И как же они одни? И здесь тоже такие красивые розовые фламинго. Прям как живые.
торговом центре Сиам Парагон не только отделы магазинов украшены, но и холлы магазина, лестничные марши. Все очень стильно. Прошли мы весь четвертый этаж с сувенирами, увидели разные необычные эксклюзивные растения, посмотрели предметы интерьера для дома. Сказать можно не просто, что здесь красиво, а здесь просто шикарно. Весь четвертый этаж. Многие вещи хотелось бы приобрести и себе, но это уже, конечно, в другой раз. Просто вещей у нас много, а нам еще ехать из Бангкока в Паттайю. До сих пор мы весь еще магазин Сиам Парагон не обошли. И в следующий раз уже будем смотреть другие этажи. А вы были на канале «Лето для вас». Смотрите наши следующие серии. Всем пока!